Какая дюна. И дорожка на пляж. Мы не знаем, как они называются. Да. Яки. Туры. Туры или буйволы. Или бизоны. Или бизоны. Очень они похожи, мне кажется, на этих вот восточно-азиатских, на которых пашут поля. Нет? Не знаю. Откуда же я знаю? По рогам. Мне кажется, там очень на картинках такие же рога. Такие, да, раскидистые рога. Огромные. Решили куда-то идти. Угу. Как он чешет, смотри, свой рог. Тише, они огромные. Да, такие рога старовущие. Это дорожка. Тут они тоже ходят по дорожке. Там люди на пляж идут. Спокойно себе. Никто даже глазом не моргнет в их сторону. Вот это да. Какие они большуханские. Так просто гуляют. Тут даже никакого ограждения нету. Ну надо же. Вот это сафари. С ними тут это самое сделали, что они не рассели. Не знаю. Ну надо же, этот парк уникальный. А вчера мы их не видели. Вчера не было. Потрясающе. Была картинка, и я подумал, что это непонятное. Как это? Да? Тут же люди ходят. Дорожка на пляж. И никакого не в естественной среде получается. Вот это да. Какие-то я не знаю, что это за животные. Бизоны, буйволы. С такими рогами. Ну не коровы точно. Ну нет, конечно. Как интересно. Ну надо же. Тут, на дюнах прямо, рядом с пляжем. Тут вот народ везде, да? Смотри, дорога. Ну и ну. Это вообще так удивительно. Живая природа. Натурпарк. Велосипедов. Да, тут туристов нету, это дикий пляж считается. Для своих. Народу никого нету, классно. Мне нравится. И водичка. Там яхты. Бесконечный просто пляж, как в Юрмале, да? Просторы. Потрясающе. Там маяк, где мы гуляли. В Южном-то вообще песка нет, да? Леша пошел купаться.
дают. Какие-то овцы-быки, или туры, или яки. Ну, надо же. Да, пасутся себе. О! Я боюсь, я не знаю, как пройти. Я не знаю, как пройти. Лёша, я боюсь. Я его боюсь. Нет. Уникальное место, не только буйволы, которых мы там видели рядом с пляжем, вот там буквально, так еще и тюлень на пляже. Какая дюна! Видно, как подходит вода. Вот по этой пирамидке видно, как она подходит. Прошло 5 минут. Я снимаю с одной и той же точки, как прибывает вода на приливе. Силы, что гонит песок по пляжу. Вот там вдалеке видно прямо такой. Дымка такая, там песчаная. Песчаная дымка. А по ногам очень чувствуется, как он летит. А вот... Да, заливает прилив. Заливает эту пирамидку. Ребята там удочки перетаскивают уже. Океанические волны. Волна поднялась, вода поднялась, и волны стали просто могучие, сбивают с ног, просто валят с ног.
убегаем. Ребята уже переставили свои удочки. Сегодня 11 августа. 25 градусов на улице. Вода, наверное, такая же больше. Может, даже теплее. Классно. Гаага нас, конечно, порадовала в этом году погодой. Даже компенсировала все за прошлый год дождливый. Спасибо. Спасатели дежурят. Молодцы какие. С этим приливом шутки плохи, конечно. Алёша пошёл купаться. Сегодня хоть можно поплавать, сегодня нет высоты. Спасатели тщательно следят, чтобы люди не уходили далеко в море. Прилив начался в 6 часов, и он в 8 часов достигнет своего максимума. 1 метр. Да. Вот где ракушки. До сюда дойдет вода за 2 часа. Там тоже спасательная машина. Да, спасатели, конечно, молодцы. Такая у них, да, такая работа у них. Всех прогоняют. Ну, опасно, потому что вон там, смотри, как далеко заплыли ребята. Всех назад. Ага. Как она по дюнам шустра, да? Прекрасная дюна. Какой он шикарный. Как они заворачиваются. Супер. Вода теплущая. Я не знаю, 25-26 градусов. Тепло, выходить не хочется. Такой кайф. 11 августа сегодня. Ну да, я на пляже. На дюнах. Дюна пляж. От моря идет тепло. Такая влажная пыль. Там дюны. Дюны, 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 дюны. И насколько хватает глаз. Пляж, пляж. Море. 8 часов вечера, солнце еще как высоко. Никогда не думала, что я буду купаться в Северном море. Ну какая дюна прекрасная. Такой шикарный песок. Это пляж для собак специально, да. Мы на другом пляже. Мы на собачьи. Песок мелкий. Чистый. Дюна барханы.
как трактором забирают, вытаскивают яхту. Яхта приплыла. Ее вот сюда на стояночку вытаскивают. Здорово. Как интересно здесь на пляже. Когда сегодня мы были на центральной площади возле Королевского дворца, там был блошиный рынок, и там художник рисовал вот эту как раз часть пляжа. Именно вот с этим, значком индейца. Рисует художник. Тут каждый кусочек пляжа имеет свое название. Вот этот вот с таким вот значком. Там дальше какой-то медвежонок, потом там зайчик. Ну и так далее, всякие названия. Какое блестящее море. Ты представляешь, почти 9 часов и так высоко солнце. Поразительно. 11 августа. Чистим ноги от песка. Чистим ноги. Среди велосипедов. Среди велосипедов тут. Какая стоянка велосипедов, да? Ага. Ну, разъехались они немножко, да? Было очень густо тут все населено. Шулигон.